Смотрю, да, снег подтаял, на речке воды прибавилось. На тот берег не перейти. В лесу теплее. А так холодно, ветер. Хотя сегодня и солнышко. Но как-то так прохладно. Спугнула три уточки. Оп, пожалуйста. Другое место. Сегодня 31 января, а уже гусиный лук выходит. Скоро будут красивые желтые цветочки. Ну надо ж как быстро. Как хвощ разросся. Наверное, благоприятная среда для его роста. Уточка. Летела. На орешнике уже сережки. Надо же, как быстро все.